И мы приглашаем нашего спонсора. Спасибо вам за то, что вы помогаете. И благодаря вам мы проводим такое прекрасное мероприятие. И клики. Спасибо. Костя. Прошу. Спасибо за поддержку. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Со многими из вас я уже знаком, с некоторыми не знаком. Представлюсь, меня зовут Артем Степин, я директор по развитию российского офиса eBay. Сегодня мы услышали все вместе, я был в зале, два прекрасных доклада про счастье личное и про то, как его сохранить для бизнеса. То, что я хотел бы рассказать сегодня, несколько другое, это про счастье ваших клиентов, про тот общий обобщенный опыт eBay, который позволяет его представить и рассказать о самых важных аспектах для клиентов, в первую очередь, для интернет-магазинов. И, конечно же, о том, как вы можете им в этом помочь. Но для начала я хотел бы, чтобы мы все вместе посмотрели короткое видео про одного из таких счастливых клиентов. Gelb Music. История eBay. Gelb Music давно основанная семейная компания из Редвуда, штат Калифорния. Мы занимаемся продажей музыкальных инструментов, их ремонтом, даем уроки. В магазине Gelb Music работает много музыкантов. Это помогает нам наладить связь с нашими покупателями. Все, что вам нужно, это прислушаться к себе. Тони Линдси, который поет в Сантане, работает у нас инструктором пения. Я начинал в Gelb Music, когда мне было 15. Это было что-то вроде магазина наших родителей, чеки от руки, не было компьютеров, банка данных. Когда я вернулся в Gelb через 20 или около того лет, мне предстояло попробовать перенести все в 21 век. Разные каналы продаж, разные способы продвижения товаров. Мы находились в ситуации, когда доход снизился, магазин был на реконструкции, и мы начали думать о том, как можно дотянуться до покупателя, даже когда магазин закрыт. И eBay стал самым очевидным решением. Это очень легко настроить и запустить. Мы попробовали взять 200 товаров и разместили их онлайн. И за один год сделали 20 тысяч долларов. В следующем году мы разместили онлайн 1000 товаров и сделали 700 тысяч долларов. Это действительно спасло магазин. Сейчас у нас есть постоянные покупатели и клиенты, которые обращаются к нам и которые никогда не входили в наш магазин. Глобальная программа доставки — это здорово. Теперь у меня есть люди на Ближнем Востоке, они непрерывно делают покупки. У меня есть парень в болотах Луизианы. Мы его магазин барабанов. Многие музыкальные магазины по всему миру совсем не похожи на Gelb. И люди в разных частях мира просто не имеют доступа к некоторым товарам. Так что это приносит огромную выгоду всем. Это развитие для нас. Как вам это? Вот такая история. Совсем краткий ролик для продавцов. Я коротко расскажу про eBay, может быть, основные вещи. Да? В первую очередь, сегодня мы узнаем, зачем он нужен, кросс-платформинг, самое главное, как достичь успеха на eBay и секреты работы. На eBay мы видим и постоянно анализируем опыт сотен миллионов клиентов по всему миру, не только миллионов клиентов в России, из 190 стран. Многие из клиентов являются продавцами. Они все время друг с другом сотрудничают на самом деле, обмениваются опытом. И самое лучшее из этого опыта, из их лучших практик, является основной частью успеха на eBay, о которой я расскажу попозже. 40% сейчас клиентов, которые пользуются в том числе интернет-магазином, да, это, безусловно, мобильное устройство. И 240% загрузок мобильных устройств прошло через eBay в мире. Мы прекрасно видим, как меняется и какие тренды в современном интернете, как они развиваются. Надо помнить, мы всегда выступаем как партнер для бизнеса, а не конкурент. Соответственно, для нас есть один клиент, один продавец, много платформ. Это когда мы говорим о достоинствах мобильного трафика,
В первую очередь мы говорим, что ваш покупатель, покупатель интернет-магазинов, он хочет видеть и прекрасно иметь возможность из любого места в любое время совершить покупку. Вечером он, как правило, пользуется планшетами, днем он пользуется мобильным телефоном или десктопным устройством. eBay предоставляет кроссплатформенность после того, как продавец начинает продавать через eBay. А почему это важно? На самом деле, по нашей статистике, 21% мультиэкранных пользователей, тех, кто пользуется несколькими девайсами, несколькими устройствами, на самом деле создают 44% денег. Не секрет, что так или иначе до 50% транзакций уже сейчас в мире, Россия чуть-чуть отстает, проходит через мобильную платформу. И по прогнозам, в ближайшем будущем мобильный трафик превысит трафик от настольных компьютеров. Цифры по России, может быть, чуть-чуть запаздывают, но динамика абсолютно такая же, тренд абсолютно такой же. С этим очень скоро вам, как веб-мастерам, безусловно, уже и сейчас, наверное, работаете, безусловно, это один из основных вызовов для клиентов, как сохранить кроссплатформенность, как сохранить показы. Почему? По статистике конверсия при использовании мобильных устройств существенно отличается от использования мобильных компьютеров. Сайт выглядит по-разному на разных устройствах, и это влияет на решение клиента о покупке. Покупая, клиент на самом деле хочет видеть точно так же, он хочет видеть, чтобы его опыт в розничном магазине, онлайн-сайте, через десктоп компьютер или через мобильное устройство были одинаково и хороши. В eBay есть специальная команда, мы работаем над тем, чтобы после того, как продавец подключился к eBay, все его продажи, все его товары были доступны и создавали хорошее впечатление вне зависимости от формата. Что такое eBay в России? Совсем коротко, потому что самое интересное, безусловно, ниже. Мы прошли три этапа. Крупные магазины. Мы уже сейчас работаем с большим количеством крупных магазинов. Средние и мелкие. Самая начальная фаза была в январе. Соответственно, сейчас, когда будет запущен модуль интеграции, мы надеемся на то, что можно расширить существенно и масштабировать при помощи партнера Bittrex, безусловно, при помощи вас в первую очередь. Для того, чтобы пройти все этапы регистрации на eBay, это достаточно просто. Я не буду на этом останавливаться. Это 5 шагов. Есть разные формы доставки и оплаты. Все это клиенты или вам, то есть как веб-мастерам, вы сможете увидеть на портале, на российский центр продаж, как продавать на eBay. Там есть вся доступная информация. Самое интересное, два слова о счастье и на самом деле об агрегированном опыте того, что мы видим в мире, то, что делают лучшие продавцы для их клиентов. Для продавцов мы, безусловно, глобальная торговая площадка с рейтингом номер один, который зависит от качества обслуживания покупателей. И сюрприз, но ожидания покупателей нас с вами на самом деле постоянно растут. Сейчас это уже удовольствие от онлайн-покупок на самом деле приближается к тому же, когда вы идете в розничный центр и покупаете что-то из хорошего магазина. Пользователи, клиенты просят в конечном счете такого же опыта. Это, безусловно, быстрая отправка с возможностью отслеживания статуса. Это легкий возврат 7, 14 или больше дней. Клиенты могут попросить продавцов иметь возможность вернуть товар. Покупка в любое время с любого устройства, говорили, и отличный клиентский сервис. То, что мы видим, это год за годом происходит сдвиг стандартов сервиса продавцов. Как раз все те предпочтения клиентов, когда мы пользуемся, они задают основные тренды. И они вознаграждают интернет-магазин, который успешно соответствует. Насколько быстрее и лучше развивается интернет-магазин не просто на eBay, а в целом,
Мы сделали выборку и статистику, это темпы роста. У нас есть лучшие продавцы, самые лучшие, которые соответствуют ожиданиям покупателям и быстрее делают те вещи, о которых я расскажу чуть позже. Их средний рост за там, практически 2,5 года составил до 17%. Если взять рынок, они были выше рынка на 5% в среднем. Это абсолютно достоверные данные по статистике. Вопрос, что же они делали, чтобы быть лучше рынка? В чем вы можете им помочь быть лучше рынка в целом и на eBay в частности? Рецепты очень простые, базовые. Будете смеяться, многие из вас это знают прекрасно и уже давным-давно забыли. В первую очередь, это классные листинги, это точность описания и много красивых картинок. Это, безусловно, проблема российского e-commerce, наличие товаров на складе. Всегда мы просим продавца в eBay продавать только тот товар, которым он реально располагает, который он может отправить. Когда мы не получаем товары, естественно, это нас немножко расстраивает, снижает наш общий уровень счастья. Доставка и отслеживание. Отправляйте и передавайте товар за 24 часа информацию о трекинге от получения заказа. У меня на самом деле вопрос к залу. По вашим клиентам, по статистике, по интернет-магазинам, все ли передают информацию о трекинге заказа? Поступил заказ, загрузить информацию, чтобы клиент мог его отслеживать. Не все. Не передают вообще, не все. Есть ли те, кто передают? Те, кто знают достоверно, что клиент загружает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Очень хорошо, что такие есть, но на самом деле это та вещь, которую нужно просить, именно нужно просить магазин сделать обязательно, потому что даже если заказ задерживается, клиент всегда может увидеть, где он находится, соответственно, не чувствует, не волнуется, не переживает. Качественный клиентский сервис, не допускать плохих отзывов, быстро отвечать, предоставлять хорошие условия по возврату. Я знаю прекрасно, что и в 1Bitrix есть возможности предоставить отзывы, eBay предоставляет это, я расскажу чуть-чуть ниже. Кто из ваших клиентов пользуется настройками для отзывов на сайте, кто встраивает и анализирует данную аналитику? Поднимите руки, есть ли такие вообще? Поступали ли такие запросы? Раз. Все. Один. На самом деле это самый ценный источник информации для интернет-магазина, для увеличения продаж. И последнее – это статистика и анализ. Соответственно, анализировать качество своего сервиса относительно рынка – это то, что есть на eBay. Когда мы говорим про фотографии, про важность фотографий, как сильно вы думаете, влияет фотографии на продажи продавца? Сколько дополнительных фотографий или 5 дополнительных фотографий, как они могут увеличить продажи? Могут ли помочь клиенту это сделать? Есть мнение увеличить? Насколько сильно? 5, 10, 20, 100%? 80. 1050. По нашей статистике, на самом деле товар уже с двумя картинками, вероятность его продажи на 7% выше, чем с одной. Если же мы говорим о какой-то более долгосрочной, то каждая следующая картинка добавляет и увеличивает вероятность продажи, соответственно, вероятность заработка интернет-магазина. Естественно, не до бесконечности. Вряд ли загрузив 100 картинок, вы получите рост продаж 100%. Но это абсолютно достоверные данные eBay, которые мы видим используются лучшими продавцами по всему миру. Доставка. Многие знают, что это очень важно, особенно это важно для России. Мы рекомендовали обязательно обращать внимание ваших клиентов, интернет-магазинов на то, насколько быстро они доставляют и используют или не используют они иногда бесплатную доставку. По нашей статистике это увеличивает продажи отдельных интернет-магазинов до 14%.
из совокупности клиентского опыта складывается на самом деле и критерии успешные, которые пересматриваются и меняются на eBay, как стать лучшим продавцом, как обеспечить интернет-магазину лучший сервис. Процент транзакций должен не превышать 2%. Что сюда входит? Сюда входит, по сути говоря, любые отзывы, помогать интернет-магазинам регистрировать любые отзывы, обращения клиентов, их жалобы, и в совокупности они не должны превышать 2%. Количество таких отзывов, закрытых без урегулирования интернет-магазинов, то есть, соответственно, без менеджера вовлечения, без менеджмента, или без, для нас это без вовлечения контактного службы eBay, должно не превышать, должно быть меньше, чем 0,3%. То есть подразумевается, что когда клиент на что-то пожаловался, обратил внимание, интернет-магазин ему оперативно ответил, служба поддержки закрылась данный вопрос самостоятельно и очень быстро. 90% требуется, это минимальные требования eBay для того, чтобы быть лучшим продавцом по загрузке отслеживания товаров. И процент объемных транзакций, мы видим, что по статистике это те продавцы, которые продают свыше 100 товаров у нас и свыше 1000 долларов в месяц. Они уже начинают подходить к этому серьезно и обращать внимание на продажи как бизнес. Критерии очень простые. Это набор выше и данные параметры, как стать лучшим продавцом. Самые лучшие на самом деле делают еще два дополнительных вещи. Это товар отправлен клиенту в течение 24 часов с момента получения заказов. А что значит, что товар отправлен? Что у интернет-магазина настроена интеграция, которую eBay от него ждет, и интернет-магазин передает трекинговый номер, номер доставки, отслеживание заказа обратно на eBay, чтобы клиент знал, где его заказ. Второе, практически все магазины, все лучшие продавцы, как минимум используют возможность возврата в течение 14 дней. Здесь очень интересный опыт. Я общался с нашими коллегами из eBay из США по поводу развития рынка. Говорят, что у нас на самом деле 7-14 дней, даже не все предлагают. У них сейчас стандарт это уже даже 30, а в отдельных случаях 60 дней. Я задал простой вопрос, неужели так было всегда? Они сказали, нет, конечно. 5 лет назад у нас были другие условия, или 10 лет назад. Рынок развивается, ожидания растут, требования к интернет-магазинам растут. Соответственно, eBay представляет любому интернет-магазину, который подключился на eBay, возможность и полную прозрачность рейтинга. Это можно зайти, можно увидеть для любого интернет-магазина. Точно так же можно настроить интеграцию, будет, когда мы запустим модуль интеграции с 1С Bittrex, чтобы ваши клиенты и интернет-магазины видели это у себя. Насколько их товар соответствует описанию, насколько клиент доволен общению, как быстро срок доставки, стоимость обработки заказов. Это самый ценный капитал на eBay. По интеграции есть гибкие возможности коммуникации с клиентом. Наверное, не буду останавливаться, это видно, и вы сможете посмотреть это отдельно. Для вас выделю, что коммуникацию можно настроить через API будет, и мы рекомендуем это сделать. Для того, чтобы был показатель, если вы помните, 2%, как мы рассматриваем проблемные транзакции. На самом деле все очень просто. Наш совет складывается из 6 основных компонентов. В первую очередь, это низкий детальный рейтинг продавца. 1, 2 или 3 за описание товара. О чем это говорит? О том, что клиенты ждут от интернет-магазина, что он представит детальное и подробное описание товаров на eBay. Второе, это рейтинг детальный по доставке продавца. Если вдруг клиент недоволен и поставил единичку за доставку продавца, это считается действительно проблемной транзакцией, очень сильное неудовольствие клиента. Он об этом пожаловался, это учитывается в рейтинге продавца на eBay. Безусловно, нужно обращать внимание на рейтинг доставки. Это нейтральный или негативный отзыв покупателя, потому что понятно, что такие покупатели самая большая
самую большую ценность именно в них лежит. Именно они подсказывают, как это лучше сделать. Это открытый диспут, товар не получен, если интернет-магазин вообще не обслужил и не доставил. Как часто такое происходит, кстати? Вы знаете, если по вашим клиентам? Случается или нет? Тишина. Мы точно знаем, что случается. Просьба на это обращать внимание. Инициирован возврат из-за неточного описания товаров и отмена заказа продавцом. На самом деле, когда клиенты и интернет-магазины, если вы поможете им настроить, почему это важно? Да, если вы поможете им настроить правильную метрику и правильную подсказку, их успех напрямую связан с удовлетворенностью клиентов, и при наличии данных инструментов, мы их показываем на eBay, но, возможно, им будет интересно это видеть внутри 1С, они смогут максимально эффективно торговать на eBay, зарабатывать на этом, и это будет для них интересно. Для лучших продавцов у нас есть программа, и мы целиком поддерживаем всех продавцов с продвижением. Сейчас идет акция «Бесплатная доставка на eBay товаров по России», которую, по сути говоря, поддерживаем и спонсирует eBay. Есть другие маркетинговые активности, как только они выполняют. Это, безусловно, другие компании, это, безусловно, там трафик. Я не буду на них подробно останавливаться, потому что на самом деле самое важное, наверное, если можно будет сделать и запустить, помочь клиентам выполнить все базовые требования для качества продавцов. Как пример, еще отдельный для всех покупок на eBay у нас есть 3%, по сути говоря, кэшбэк, возврат денег для клиентов, которые они точно так же могут потратить для российских продавцов, для тех, кто подключились и работают. Наверное, если резюмировать и переходить к части вопросов, мы, безусловно, видим вас как партнеров. Очень важно, чтобы вы могли рассказать интернет-магазину, как правильно подключиться и работать с eBay, какие ожидания у eBay по возврату, доставке, по рейтингу, по тому, насколько важно интернет-магазин отслеживать клиентскую удовлетворенность, насколько важно загрузить даже просто интересные картинки, загрузить их много, да, иногда использовать быструю бесплатную доставку, тогда вы поможете клиентам своим в первую очередь развивать бизнес, и мы вместе будем успешны. Спасибо. Вопросы? Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, вот промо-период, когда 0% будет с продавцов браться, насколько он продолжительный планируется и какие потом будут условия, чтобы клиенты потом не пришли и не сказали: ага, вы нас втянули, а нас теперь грабят. Мы, безусловно, никогда не будем грабить наших клиентов, ни продавцов, ни покупателей. Промо-период будет достаточно долгий. Мы заблаговременно и заранее проинформируем все компании, которые будут подключены к eBay. То есть заблаговременно, я говорю, за месяц, за два. То есть такой ситуации не может возникнуть в принципе. Пожалуйста. Вопросы три. Ну, не знаю, по порядку, потому что у других не буду время забирать. Насколько объективна система рейтинга eBay? Поясню. Она считает только звездочки или комментарии учитывает. А зачастую рейтинг на eBay – это двустороннее накручивание рейтинга между продавцом и покупателем. Более того, учитывая нашу русскую ментальность в общении с заграничным покупателем, это средство шантажа продавца. То есть я тебе поставлю единицу, если ты не сделаешь мне скидку на тот товар, который мне уже пришел. А зачастую там наши друзья из Китая пишут: окей, да, конечно, бери свой кошелек за 5 баксов там и все. И опять рейтинг у обоих положительный, пятерки. Вот насколько можно ему доверять просто в плане работы между российским продавцом и российским покупателем? Только компактно. А, это один есть вопрос? Нет, я могу еще задать. Не, достаточно.
Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Рейтингу, кратко, рейтингу можно доверять. И если кратко, то учитывается не только тот рейтинг, который видит для всех в панели продавца, когда он заходит в свой кабинет на eBay, у него есть, по сути говоря, детальный рейтинг продавца, где учитываются и отображаются все те проблемные транзакции, все их причины, и он видит, что покупатель им недоволен. Принципиально накрутить рейтинг, не покупая ничего, нельзя. Запрос на рейтинг присылается только тогда, когда вы сделали покупку. Шантажировать в российских условиях, ну, это интересно. Если товар получен, тогда служба eBay, безусловно, это будет рассматривать в пользу продавца и удалять такие рейтинги. Мы ни разу еще не сталкивались свыше полгода работы с такими, за 9 месяцев с такими ситуациями. Да? Поэтому я думаю, что здесь проблем нет. Да, абсолютно. Это как первый шаг. Мы защищаем и продавца, и покупателя. Программа защиты eBay есть для продавца и покупателя. Спасибо большое, Артем. Давайте поблагодарим за прекрасный доклад. Ждем вас на зимней партнерской конференции. Ждем модуль, который мы сейчас совместно разрабатываем. Да. Буквально, я думаю, что уже скоро запустим. Сообщимся вместе отдельно. Вы тоже со своей стороны своих поторопите. Да. Спасибо. Спасибо.